Ряды вооруженных сил пополнили еще 9 орловчан. Призывники отправились со сборного пункта областного военкомата в Наро-Фоминск, где будут проходить службу в Кантемировской дивизии. Прибыл за молодым пополнением. Они будут у меня проходить службу, то есть обучаться боевому делу, участвовать, может быть, в парадах на Красной площади 9 мая. С начала осеннего призыва ряды вооруженных сил России пополнили уже более 40 орловчан. Отправки призывников продолжатся в Орле до конца декабря. Команды будут направляться в пределах Западного военного округа, но за небольшим исключением будут направлены там Мурманск, Краснодар. Отдельные военнослужащие, которые пройдут учебные подразделения, будут отправляться в другие регионы. Но абсолютное большинство, я повторюсь, будет направляться в Центральном федеральном округе.